Как-то утром, когда завтрак уже давно кончился, а обед еще и не думал начинаться, Винни-Пух не спеша прогуливался со своим другом Пятачком и сочинял новую песенку. Парам, нет, не так. Прам-та-там, па-пам. Нет, опять не так. Прум-пу-пум, пу-пум-пурум. Трам-па-пам, парам-тарам. Трам-пам-пам, па-пам. А не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто же ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-тарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает. Такого не бывает. А у тебя что-нибудь есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь. Ага, тогда пойдем к тебе. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады. Они ужасно рады? Постой, теперь получается, что я не иду в гости. А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем к кому-нибудь. Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Так, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора. Ага. А нора — это кролик. Ага. А кролик — это подходящая компания. А подходящая компания — это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет. И не зачем так орать. Я их в первый раз прекрасно слышал. Простите, а что, совсем никого нет? Совсем никого. Не может быть. Кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать, совсем никого. Слушай, кролик, а это случайно не ты? Нет, не я. Тогда скажите, пожалуйста, а куда девался кролик? Он ушел. К своему другу, Винни-Пуху. Ой, так ведь это же я. Что значит я? Я бывают разные. Я? Значит, я Винни-Пух. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Действительно, Винни-Пух. А это кто? А это Пятачок. В самом деле, Пятачок. Ну, хорошо, входите. Между прочим, здесь написано «вытирайте ноги». Вытирайте. Ага, понятно. Не такое это простое дело, ходить в гости. Когда войдем, главное, делай вид, будто мы ничего не хотим. Ага. Привет, кролик. Мы случайно шли мимо. Может быть, ты все-таки войдешь, раз уж ты все равно шел мимо. Ах, да. Я говорю, мы как раз шли мимо. Я случайно подумал, а не зайти нам к кролику. Пух уже начал волноваться, но кролик был очень умный и сам догадался, что пора бы немного подкрепиться. Умывальник там. Тебе что намазать? Мёду или сгущенного молока? Тебе мёду или того и другого? И того и другого, и можно без хлеба.
Сразу никто не уходит. В гостях так не принято. Уже уходите? Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, Соф, если вы больше ничего не хотите... А разве еще что-нибудь есть? Ты никуда не торопишься? Нет, до пятницы я совершенно свободен. Ладно, посидим еще немного. И они посидели еще немного. Потом еще немного. А потом еще немного. И еще немного. Пока, увы, совсем ничего не осталось. И тут Пух неожиданно вспомнил об одном важном деле. Да, нам пора. Мы, конечно, могли бы еще немного посидеть. Нет, по правде сказать, я и сам собирался уходить. А, ну хорошо, тогда мы пошли. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Что вы, не за что. Ну как же, будьте здоровы. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Спасибо, большое спасибо. Очень рад. Мы пойдем. Ой-ой, я лучше назад полезу. Нет, лучше вперед. Ой, лучше назад. Спасите. Помогите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Винни, Винни. Помогите, спасите. Винни, что с тобой? Спасите, помогите. Ты что? Застрял? Нет. Я просто отдыхаю. Ну-ка, дай лапы. Тяни. Пятачок. Ага. Ой-ой-ой-ой, больно. Все ясно. Он застрял. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет! Все потому, что кто-то слишком много ест. Что же теперь делать? Что делать? Ничего. Ждать, когда он снова похудеет. И долго ждать? Неделю. Сколько? Неделю, не меньше. Ой, а я, кажется, похудел. Скорее вытаскивайте меня отсюда! После того, как Пух побывал в гостях, он подумал, что, пожалуй, не стоит слишком долго засиживаться, если ты не хочешь попасть в безвыходное положение. А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Хорошо живет на свете гений Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он толстеть не станет. А ведь он толстеть не станет. Никак!